Наши дорогие уважаемые подписчики приехали домой с Сашей, были в городе. Таня звонит, почтальон, говорит: «Алла, а як ты могла поехать в город зовсім гола?» Я кажу: «Я не поняла тебя. Ну как ты могла поехать гола?» Я говорю: «Да не, я одета». А я потом говорю: «А, подожди, наверное, посылка мне пришла». Она говорит: «Да». И угадайте, от кого эта посылка? Вот она такая, не буду показывать адресов. Вот такие вот. Сейчас вы сразу догадаетесь. Вот. Да, это посылка от Надечки, от Нади с Израиля. Только она может засунуть в такую посылку целый ящик большой-большой. Так что, Надечка, твоя посылка у меня. Конечно, сейчас разберу и покажу вам. Танюха говорит: «Танюша, там нет такого ничего мягкого, брось через забор». Так она бросила, говорит, только на землю. Она бросила прямо вот сюда, вот через забор, потому что нас не было дома. Так что посылка дома. И сейчас я переоденусь, помою руки и обязательно вам покажу разбор этой посылки. Ну что, самое главное — с города руки помыть. Спасибо большое, Надюша. Вот Надюша такой человек, она вот, ну, я не знаю, как это правильно сказать, но она всем, вот где мы общие, у нас бывают блогеры, она всем уже послала посылочки. Она всем старается сделать какой-то, ну, сувенирчик. И там такие пакетики есть, которые только вот в Израиле. И я когда их беру, то они вот у меня там есть, лежат, я все время вспоминаю. Это Надюшка прислала. Ну, сейчас посмотрим, поменялся пакет или нет. Что-то немножко поменялось. Этот раз все написано на иврите. Вот видите? А то такие, такой, ну, это, Надюшенька, придется мне разрезать, потому что тут очень сильно много скотча. Я не открою. Так вот я говорю, эта женщина, она, я говорю: «Надя, что ты выдумываешь? Ой, Алла, уже холодает, а мои девчонки после карантина пооткрывали магазины, и мне же нужно тебе купить какие-то кофточки, будешь их, не понравится, кому-то подаришь». Я говорю: «Надя, в мене сіки цієї вже одежі, що я не знаю, куди її дівати». Так, ничего не знаю, понадобится. И главное, что, какие там, где... Теплые носки вот с американской армии. Насколько Диме моему присылала. Спасибо, Надюша, большое. Ну, понятно, что куда же без Рошена с Израиля приехал Рошен. Приехал. А что это такая за штучка, я не пойму сейчас. Вот как бы ты не выдумывала. Вот это нормально. Прислала израильский Рошен. А что я вам скажу, ребяточки? А это действительно написано здесь. Смотрите, на иврите. То есть это для... Смотрите, это экспорт для Израиля. Чуть-чуть мягенько, я ее положу в холодильник. Это чуть-чуть, Надюшенька, это ваша шоколадка, ты мне уже присылала. Она, конечно, немножечко съехала сюда, но ничего страшного. Будем кушать такими кусочками. Спасибо, моя хорошая, за шоколадкой. Что же вот это? Ух ты, какая прихватка, я так понимаю. О, смотрите, какая красивая. Ой, как она. А знаете, между прочим, вот эта прихватка пахнет точно так же, как моя та резиновая, что я в Израиле покупала, честно. Тут такая вот резинка, резина, ну, видно, жаростойкая. А здесь такая тканька, ну, я не знаю, как сказать. Знаете, как вот в тех костюмах, которые под воду ныряют. Спасибо большое. Девчонки, вы такие внимательные. Я прям не знаю, как сказать. Чешется у меня нижняя губа. Сейчас буду пробовать шоколадки. Мне, конечно, нельзя. Но... А я буду ночью, чтобы никто не видел. А если меня повесят вот там возле холодильника... то я буду пировать все время. Самое главное, чтобы меня повесили возле холодильника. Там так много вкусностей, так что двумя шоколадочками не обойдется. Ай, какой, аж язык у меня, он прямо пляшет. Как хочется шоколадки, а еще сыров, а еще всего. Я смотрю видео и видел... Сколько там всего вкусного. Так, хватит тебе, давай уходи. Посылка не о тебе. Все, вот там вот валяйся.
О, точно, ты посмотри, какая. Или какой. Видите, вот еще. Ой, моя хорошая. Она простенько. Вот видите, вот такая она стала мягенькая. Но ничего, она застынет. Я ее сейчас положу в холодильник. То же самое. Спасибо. Вот знаете, спасибо, Надь, что ты мне прислала такую шоколадку. Вот у меня даже, между прочим, дома сейчас такая есть. Я очень люблю вот эти шоколадки. Я посмотрю, как вот качество именно то, которое идет на экспорт. И тот шоколад, который, ну, мы покупаем в магазине. Надюшка, спасибо тебе большое. О, ну куда же без кофе? Я уже благодаря вам, девчонки, стала такой кофеманкой. Я раньше сколько кофе не пила, а сейчас пью. Чайная ложка кофе, залить кипятком, все можно пить на один стакан воды. Спасибо большое. У Нади такой красивый почерк, посмотрите. У меня я курка лапой. Надюшенька, спасибо. Ну и теперь целая куча футболок, ребята, целая куча. Самое главное, чтобы я в них влезла. Смотрите, какая красная, красная помада. Красная. Тут такие кружевка, ребяточки. Смотрите, видите? Хлопчатобумажная сама эта футболочка. Ну, немножечко, может, добавлено там какого-то акрильчика. Низ вот такой. Но я вам это все продемонстрирую. Так, Надюшка, спасибо. Надя сказала, что если что-то не подойдет, отправишь, подаришь. Так что, может, даже... Ой, какой этот цвет. Ну, это очень ярко, конечно. Смотрите, какой яркий цвет, да? Ну, мне кажется, она, Надюшенька, мне кажется, она на меня великовата будет. Так, здесь сзади такая складка. Это что-то, знаете, в таком смысле и стиле. Так, померяем. Ой, вот красиво. Ух ты, люблю я такое. Вот это вот красивая расцветка. Смотри, какая красивая расцветка, девчонки. И она, вот видите, такие тут еще как дырочки. Как будто бы порвалась у меня футболка. Да, вот это красивый. Тоже такой низ, под лосины можно ее одевать. И расцветка красивая в поцелуйчиках. Поцелуйчики. Так, все померяю сейчас. Вот такие листики. Вот, смотрите. Тоже красивая, да? Она говорит, Алла, будешь на телевидении одевать? Да я беру вечно с собой на телевидение. А в конце концов, оказывается, что я в одной футболке, потому что перетягивая через голову, это раз. Второе, бывает такое, что в духовке мы начинаем писать другое видео, и потом сочетаем. И запомните, какая кофта, не так просто. Ну, это красивенько, это такой узорчик. Спасибо большое, Надюшка. Сейчас я все померяю. Так, это какая-то... О, это наподобие... Это майка. Это наподобие маечка, знаете, ой, красивенькая, как раз майка где-то на моря одеть ее. У меня такая майка наподобие, я не знаю, где она, та, что мне дарила Любанька, помните, Царствие Небесное, тоже в таком стиле. Это майка без лифчика, это на моря, вот, одевайте, красиво, это мне нравится, правда красиво? Вот. Майка есть, главное теперь моря. Белые лосины можно под низ, можно черные. Она, смотрите, какая широченькая. Я вам все покажу. Ой, маечка вообще суперская. Суперская, суперская. Так, и что-то вот это я не... А, ну а это вот такие штаны на моря тоже. Самое главное, чтобы моя жопа сюда влезла, Надюш. Ну, вроде бы должна. Вот такие штаны. Помните вот такую варенку? Помните, мы делали сами? Красили, синьку добавляли. А, нет, это не Надя красила, это все покупное. Вот смотрите, все новенькое. Вот, это израильское. Единственное, что резинка, по-моему, перекрутилась. Ой, это вот штаны тоже мне эти, как вот находочка будут. Они такие широкенькие, смотрите, какие. Вот сейчас я эти штаны померяю и померяю все кофточки. Вот представьте себе, получается такая бандеролька, а влезла сюда раз, два, три, так, сейчас, секундочку, раз, два, три, четыре, пять, шесть изделий одежды, шесть изделий, шоколадочки и кофе. Надюша, спасибо тебе большое, а сейчас быстренько это все померяю, и вы посмотрите, как это все сидит на мне, и скажете, как, хорошо или нехорошо.
Но с разрешения Нади, если, например, что-то будет большое на меня, я смогу где-то, может, как-то не получилось, а вот с этой работой, но я думаю, что к Новому году какие-то будут у нас такие розыгрыши, я пошлю кому-то такую красивую футболочку, если мне что-то не подойдет. А нет, то все равно я буду покупать какие-то подарки, может, парфюмерию, может, что-то еще, и обязательно. Вот это видите, как резинка неправильно сшита. Вот у меня такие штаны уже были. Видите, перекручивает резинку. Ну ничего, я все это починю. Это нужно где-то подпороть и поменять ее. Сюда такая широкая резинка. Так что, мои хорошие, сейчас я меряю эти вещи. У меня прямо как дом модели благодаря вам стал, честно. Все меряю, меряю, меряю. Но все женщины любят мерять обновки, все. А вот такие штаны, это на вес золота. Они такие мягенькие, они такие легенькие. Вот я даже сейчас уже переоделась. Вот Надины тигровые. Они были такие сильно на меня плотные. Сейчас я их таскаю, не снимая. Я их не чувствую на себе, просто не чувствую. Так что я думаю, что и эти точно так же будут. Так, все, хватит говорить. Давайте будем мерить. Пошли мерить одежду. Первую меряю маечку, вот эту красивую. Как она будет смотреться на мне. Конечно, у меня здесь под низом немножечко лифончик. Так, первое, что это штаны. Смотрите, высокий пояс. Ну, мои бедра, конечно, сильно выпираются, но мне нравится, что здесь есть карманы. Смотрите, задница, конечно, хочет поменьше быть, но длина шикарная и как голый, в них как голый, не чувствуешь вообще. Ну, теперь майка. Смотрите, маечка не сильно в облипку. Здесь она вот так вот свободно гуляет. Здесь такие разрезики. Сейчас не видно лица, потому что у меня такая стойка здесь. Эй, не падай. Падает. Ходите вот так, идите вот так вот, идете. А я иду такая вся в Дольче Габбана. Вот здесь красивенько. Смотрите, там у меня сейчас такой спортивный этот лифчик. Вот плечики будут. Все хорошо, под руками не сильно жмет. Просто замечательная маечка, замечательная. Так, что следующее меряем? Вот беру подряд. Следующее, это вот эта вот красивая такая кофточка в каких-то шишечках. Пошли мерять. Шишечки красивые. Ну, на меня она такая, знаете, ткань, она сильно меня обтягивает. И даже если я буду очень худой, то она, зато сиськи такие большие делает. Разрезики, все. До тела очень приятная, очень такая, смотрите, какая она. Но она в облипочку на меня. Но можно одеть, а чего и не, скажите. На отдыхе чего стесняться? Очень хороший цвет. И ее можно одевать, вот когда фартук на съемке. Действительно, она будет хорошо смотреться. Правда, в кадре? Красивый такой цвет. Мне нравится, Надя. А вообще, честно говоря, надо худеть. Красиво, да, смотрите? Ну, трошки тут можно так втянуть барабан. Зато, ого! Ого! Какая красота! Красота! Понятно, что не к этим штанам, но красота. Так, и сейчас я померяю вот такую вот эту всю улыбчатую кофточку. Вот такую. Выхожу один я на дорогу. Вот такая кофта. Ну, белая, конечно, знаете, почему презервативы делают белого цвета? Чтобы толще казаться. Вот так и я. Здесь тоже как-то сделано такими, как клинцямы. Видите, неровно, а вот как на расклешение пошло. И здесь оно падает. Вот такая кофточка. Я считаю, что тоже можно ее одевать. Длина у нее нормальная. Ее можно под джинсы даже одеть. И можно, конечно, где-то на... Короче, я на моря уже одета полностью. У меня есть такие белые лосины. Можно под белые лосины. Но белые лосины сильно целлюлит видно. А так вообще ничего, да? Особенно на таком загорелом теле будет смотреться очень даже таки неплохо. Так, дальше что у нас? Ну, то, что я вам говорила, что, наверное, на меня большая вот эта пирамидальная футболочка. Сейчас мы ее померяем. Але, оп! Ну, я вам скажу, что, ну, она так вроде и неплохая, но, честно, это не в моем вкусе. Вот именно такая расцветочка, что, ну, я уже взрослая женщина, даже можно сказать, что, как моя мама говорит, что женщина пожилого возраста, но
Ну, модель немножко не моя. Вот эти вот планочки. Ну, а вы мне скажите, мне красиво или нет? Вот она вот так здесь тоже сделана. Под джинсы можно одевать. Может, она под джинсы и пойдет. Нет, я даже не знаю, маме она будет большая. Кому-то, может, другому подарю. Ну, спасибо, Надюша, спасибо. Просто вы мне скажите, идет эта кофта или нет, только честно. Потому что Надя не обижается. Я говорю, Надюш, ну зачем? Ну, на вкус и на цвет товарища нету. Она говорит, Алла, кому-то подаришь? Кому-то подаришь. Так что, девчонки, скажите, идет это мне кофта или не идет? Вот она. Так, ладно, идет, не идет. Беру теперь красную кофту. Красная кофта, конечно, это очень кричащий такой цвет. Я не очень так, знаешь, сильно к красному отношусь, но если будет красиво, то буду, конечно, носить. Вот такой вот, такой вот кружево здесь. Пойдемте мерять. Тут надо ее утюжить, потому что кружева подходили. Вот эта красная, она идет, смотрите, как сзади она ровная, просто вот так падает. А здесь она таким клином вот переходит сюда. Здесь кружево, здесь тоже вот так вот кружево, видите? Ну, красная, конечно, мне идет, но я не знаю, честно говоря, пока, если что, подарю маме. Вот эта маме она подойдет, она вот на меня вроде как-то в бедрах, хотя она и не маленькая. Но в бедрах, не знаю, ну просто к этим штанам эта блузка не идет. Она будет идти к джинсам, она будет идти к лосинам, например, вот тем моим таким, как велюровые. А вот к этим она немножечко не идет. А так вообще очень красиво. Спасибо, Надечка, мне очень нравится. Единственное, что придется вот это кружево, ну представьте себе, аж с Израиля эти футболочки ехали. Аж с Израиля, конечно, оно помялось. То есть внизу вот это вот кружево так дает такой, как говорится, эффект делает. И здесь оно вот пришито, вот оно вот так вот ровненько по груди идет. Очень красиво, спасибо. Единственная кофта, которая во мне вызывает, я не знаю, себе оставить или подарить, это та, которая вот предпоследняя в таких ромбиках. Немножко расцветка такая кричащая. А вот эту я могу 100% одеть на съемку. Это по цвету красиво, зеленая с красным. Или какой-то другой фартук будет. Короче, так, сейчас сяду, то... Фух, а заморилась Амиря, честно. Вот так. Даже, смотрите, даже вести эфир, правда, красиво. Угу. Ну, кто виноват, что у меня такая большая задница? У меня даже не задница, у меня большие бедра. И у меня фигура моей мамы. Как-то так, знаешь, попа высоко. Ну, некрасивая у меня фигура. Я даже скрывать не буду, у меня фигура некрасивая. Вот эти вот бедра, как это, грушевидная или какая там фигура. Здесь у меня не очень, у меня здесь нормально, у меня небольшие сиськи. Ну, а, конечно, нижняя часть немножечко великовата. Ну, куда уже деться, а? Ну, не может же быть все красавицы, правда? Я к этому отношусь, ребята, знаете что? Все не могут быть худыми, и все не могут быть толстыми. Каждому свое, как говорится. Главное, чтобы было здоровье внутри. А жирное или худое, это такое дело. Ну, вообще, рукава, посмотрите, хорошо, ничего, свободненько все, нигде ничего. Не на барабане, не на барабане, и это самое главное. Спасибо тебе, Надюша, большое-пребольшое. Спасибо тебе за сладости, спасибо тебе за одежду. Ну и, конечно, спасибо тебе за вот того обжирателя, он, который лежит там, голову опустил, ждет, что я его повешу там вот на кухне, возле холодильника, ну, он перебежит, чтобы кушать вкусности, которые я покупаю, которые вы мне присылаете. И теперь у меня будет на кого, как говорится, показывать пальцем. Если что-то где-то кто-то съел, то это не воры. Это вот, что ты смотришь на меня? Что? Что ты махаешь головой? Чем ты недоволен? А? Что такое? Нет, я тебя не буду пока. Что? Ты какой наглый. И одежон ли? Куда ты лезешь? Вообще-то это ты, рукавичка. Перчатка, прихватка. А почему я на тебя говорю, что ты мужского пола? Не надо мне тут улыбаться своими глазками. Ох, уже и наглый. Диви, держу, аж рука синіє, він хоче повернутися до вас, понимаешь? Я кому сказала, не поворачивайся. Ты посмотри, посмотри, шею ломает, а хочет вас видеть. Ну, вы видите, что творится, а? Не слушайте ее. Я очень хорошая прихватка. И я попала туда, куда нужно. До свидания.
До свидания. Скоро все шоколадочки пропадут в холодильнике. Я все слышала. Я все-все слышала. Так что, мои хорошие, новый друг у меня появился. Сейчас пойдут комментарии, бог знает какие. А мне все равно. Правда, нам все равно? Да, нам все равно. Но все равно. До свидания. Спасибо, Надюша. До новых встреч. Пока-пока-пока-пока-пока.